В Есильском районе состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного памяти жертв Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Обелиск установили в Центральном парке селе Явлинки. 29 августа – историческая дата для Республики Казахстан, мирового сообщества и глобального антиядерного движения. В этот день, в 1991 году, был подписан указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона, второго по мощности в мире после полигона Невадия. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало долгожданным и судьбоносным решением. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, служившие на Семипалатинском ядерном полигоне, госслужащие, депутаты, представители общественности. Собравшиеся возложили цветы к подножью обелиска и почтили память погибших минутой молчания. Ну, как знаете, в Казахстане 40 лет существовал этот полигон. Пострадали казахстанцы. По статистике 1,5 миллиона, но это гораздо больше, мы считаем. И наши ребята, которые много сейчас ушли из жизни, остались там немного. И вот этот памятник сегодня, который открывается в Есильском районе. На данный момент в области проживают порядка 100 человек, которые служили на полигоне. Забыть это невозможно, да и годы службы сказались на здоровье, говорит Акбай Дюсенбинов. Этот мемориал установлен не только ради ныне живущих, но и для будущих поколений. Недаром говорят, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. В области уже есть такие обелиски в районах Шалакына и Кызылжарском. Для открытия мемориала в Явлинке из районного бюджета выделили 1 миллион 800 тысяч тенге. Камила Карим, Александр Янсен, МТРК.